Всем привет! Мы сегодня с Сеней и Ромиком Бобиком поедем в Янино покататься, поснимать крючки. Вот, вот с ним вот. Где же как геометрия, бля, ебаная? Мы, короче, ждем такси, потому что нам лень ехать на автобусе. Вот. Куда? Вот пока. Ну, поехали! 116 номер. Номер? Номер такси? Да. Ок. Мы его, блядь, пропустили. В смысле? Нормально. Сука, блядь, где он? Я понять не могу. Он на говновозе, что ли, поедет? Вот, где-то. Может, он там? О, нашли. Это он, Чешо? Вот может он? Нет? А где это он? Думаешь? Да, 716. А буквы? Оху. Блять, это ХВР. Какой нужен? Оху, блять. Здорово. Вон! Мы к вам в гости. А я могу прямо сюда смотреть. А можно в багажник, может, или нет? Я могу в салон поместить. На удивление поместилось. Ромочка, можно мой? Можно мой, Ромочка, Ромочка, Ромочка? Спасибо, любименький Ромочка. Спасибо. Скейт-парк. О, спасибо. Бусик. Это Буся. Опа. Капец, ты впала. Это моя кочерга, кстати, первая. Спасибо. Опа. Спасибо, до свидания. Выехали в магазин. Давайте по шлагбауму проедете, как тогда. Ну, наши традиции. Я понял то, что у меня руль не пролезет. В смысле? Он пролезает, засекай. Смотри. Ты бы пролез. Еле-еле я обосрался. Он просто в него влетел. Он, наша пятерочка. Поехали. У меня больше нет сберкидс. Это заявление вообще, в принципе, сильное. Ситимобил использует вашу геопозицию? Так, ну что будем брать? Я буду лифтом. Как обычно, да. Вообще-то ананас выпущенный. Не, мне раз бананом. Набор пока. Очень. Сберкидс. А мне интересно, сколько мой весит. Сколько? 5 килограмм. Вот, мне интересно, сколько мой весит. А я ставлю, что мой весит 4300 где-нибудь. Что вы делаете? 4 килограмма. Давай, можно, помери мой уже. Ребята, туда продукты ставят, нельзя. Да мы сейчас самокаты. У меня меньше весит. 4200. Ну ты, конечно, крутой. Все, извините, спасибо большое. Это было очень важно. Лон скейт-парк. Ну, я думаю, Сеня, тебе понравится. Только видишь, очень много мелких школьников. Понравится играть в физиковый боулинг? Сеня тут первый раз. Ну, кстати, народу не так много. Обычно больше.
Как-то так. Гы. А вот снимаю. Бля, у тебя из носа полилось. Сейчас мы разомнемся с этими девочками и будем снимать трупаны. Вот. Открываю. Давай. Обзор. Арсений упал с перилы, потому что она не скользила. И вот он решил ее намазать. Как ваши ощущения? Как ваша жопа? Че, как тебе скользит? Вот это красиво. Годно. Блять. Классно. Антошкин. Антошкин Прошкин. Едет, едет, едет. Хурикейн Амену. Заебись. Ужасно. Хорош. Видел. Чистый. Чё, блядь? Хорош. Чё, блядь? Хорош. Ой, бля. Минус попа. В моем запястье айс. Понеслась. Красопеда. О, вот это было классно. Да, прикольно так идет. Красиво. И теперь наш кудровский стритер. Бля! Хорош, наконец-то. Это моя тема. Да. Все, короче. Я думаю, нам стоит закругляться вот с этой вот перилкой. Вот с этой. Дебильной перилой. Нихуя здесь не сделался. И, короче, пойдем вот на тот подкат. Вот этот крутой подкат. Красиво. Вау. Круто. О. Бау. Фингер на 5-килограммовом самокате. Бум. Крутой. Крупки с первой, как говорится. Нормас. Если он делает бар на VIP, то ты лох, Арсений, понял? Арсений лох. Это было убого. Почему? Вот, я в прошлый раз вот так типа делал. Мы играем, короче, на поджоге. Быстрее, баба-баба. Неужели? Первый раз на подкат сделал. Пойдем, да? Роме поджопник давать. Ты этого делал? Нет, на подкат вообще нет. Пойдем. Рома, готов очко. Вот эта вот перилка. Она, кстати, высокая достаточно. Мне по колено.
Ну это тебе. Не, чуть выше. Нет, даже чуть выше. Ты будешь вверх ее? Вверх, вниз. Давай. Но она, кстати, она ниже, чем в трёхе. Да я знаю. В трёхе я брал... Да в трёхе она и резче. Ну, в трёхе, да, она пиздец резко. Ну, давай посмотрим, что получится. Ну, я... Можешь? Не, нормально. Ты высокий. Арсюха едет на перилку. Первый раз вот на эту. Чё? Ты всё реально хочешь? А почему ты вниз не сделаешь сначала? Почему всё? Вниз не интересно. А, ну, ну да, конечно, ага. Со второй попытки. Адекватно. Чё, теперь вверх? Ну давай. Попыточка вверх. Да ты на изи сделаешь. Я постоял такой тип. Да, нормально так. Ну ты легко сделаешь, давай ходов больше. Рома в шоке. Ну чё, как ощущения? Такое заёбное какое-то перилка. Ну, по пояс, наверное, где-то дроп. Давай, Ромочка. Нормально? Все, давай, добирай. Все, я понял, сейчас сделаю. Нормально ты присел. Ой, 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 ой. Спина, кстати, у меня прошла. На суре? Главное ножку поставить, я сделал. Я уж понял, как. Давай. Я еще пешком зацепить. Ок. Что у тебя с ногами было, Рома? Ты типа перетанул с левой ноги в правую. Да. Ой, ёпта. Ничего. Не, упал не больно, просто. Че, посидим почилим? Бля. Ща. Минуточку, я буду продолжать. Я сделаю, блять, я затираю эту шкурку ебаную, нужно менять ее. Да ты попробуй это сделать, это пиздец, меня уносит, ёб. Ну. О-о-о, минус жопа. Нет, попки не больно, у меня уже попки. Ну, потому что ты Ромик попик. Чё говоришь? Снять на дорогу. Ням-ням. Затер, но было нормально. Переделать? Как хочешь. Я думаю, ну да. Ну да. Ну да. Ну я думаю, ну да. Давай, ну да. Вот Роме Копики Арсюха едут домой, а я остаюсь, и сейчас приедет Сережа Гуреев, да, которого вы все знаете. Все, давай, Ромик. Все, ехали домой. Где-то сейчас Серый Гуреев подъедет. Будем с ним снимать. Едет в белых шортиках. Так, ждем первый трюк. Сливки хапнул. Три сотки, братан. Сука, ты идешь.
А ты ботинки починил свои? Братан, смотри. Оп, и можно еще кататься. Ноль литрак, шо, кого? Ну, это легко, заебали. Блядь, ты хуясь. Я трюки даже умею. 540 от Сережи Гуриева. Ну ты там уже на Фимору даже доходишь. Как? Здесь. У меня руку свело, чувак. Да? Я еду просто на Open Excite и понимаю, что вот я не могу дернуть, ее свело. Капец. Блять, собака. Что ты? Я знаю твой адрес, братан. Бум. Как ты это вытягиваешь? Я не понимаю. Как? Ты что? Бешеный просто. Да не, это просто годы тренировок, пацаны, годы тренировок. Чисто флэт и ничего больше. Ну вот как-то так вот мы покатались в этом замечательном скейт-парке. Стало очень поздно, очень много народу. Поэтому мы поедем домой. Все, всем пока. Подписывайтесь на канал. На Инстаграм вот эти все наши подписывайтесь. Все.